Я приветствую вас на канале «Анисовый огород». И сегодня в моем видео речь пойдет о 23 февраля или о подарках нашим мужчинам к 23 февраля. А также эти подарки можно будет рассматривать и как подарки на дни рождения. У вас наверняка возник вопрос, почему говорю о подарках, а на экране дорога? А все очень просто. Я подумала о том, что, возможно, вы сами захотите приехать в магазин в село Речицы и лично выбрать подарок. А для этого надо выехать из города в восточном направлении. И вот тут новый отрезок трассы может помочь вам объехать пробки и не проезжать через город Люберцы. Я же первый раз проехала по новому участку московского скоростного диаметра. И сейчас вы видите часть дороги от улицы Покровская до Зенинского шоссе. А это район Некрасовки. Данный участок свяжет две трассы. Это М-11 Север и М-12 Восток. Работы планируются закончить в 2023 году. Что ж, ждем новый участок и новую дорогу. А сейчас выбираем подарки и посмотрим, что же нам предлагает фарфоровая мануфактура «Галактика». А в самом магазине вы увидите ручные работы гжельских мастеров. Все изделия представлены как в кобальте, так и в кобальте с золотом. И еще в росписи цветными красками. И сейчас перед вами настенные часы. Также есть часы и настольные, а еще настольные лампы. И, конечно же, в магазине есть фарфоровые скульптуры или жанровые скульптуры. А любителям техники можно подарить автобус, вертолет, самолет или даже целый земной шар. Или паровоз в виде штофа. А мы знаем, что в штофах хранятся крепкие спиртные напитки. Но если вы не пьете, не пьет ваш любимый или не пьет тот человек, которому вы дарите штоф, то в него можно налить уксус, масло. Главное, чтобы форма, изделие вам нравилось. А что поместить в него, мы всегда можем придумать. А для сладкоежки можно выбрать бочонок для хранения меда. А для гостеприимных людей или для тех, кто любит вкусно поесть, есть фарфоровый мармит. Он быстро нагревается и очень долго держит температуру. За счет того, что в нижнюю часть можно поместить 3 свечи. «Ой, а это что?» – однажды я спросила у Наташи, придя в магазин. Она мне сказала: «Разве ты не видишь, это же шестеренки?» А шестеренка – любимая вещь многих настоящих мужчин. Это таинственная движущая сила. Так подарите мужчине большое движение в виде набора милых шестеренок. А для поддержания сил в каждой мисочке должно быть его любимое блюдо. Возможно, это холодец, винегрет или кучка чищенных креветок. Или заливная рыба. А по окончании празднования смело забирайте в ежедневное пользование для конфет, орешков, салатиков и пирожков. Приятного вам движения! И, конечно же, в подарок можно выбрать тарелку или целый набор тарелок. А чтобы понять, насколько хороша тарелка, приезжайте в магазин сами. Пощупайте, посмотрите, примерьте. Может быть, это ваша тарелка, а может быть и нет. А может быть, вам приглянется совсем другая. И вот наша экскурсия по магазину подошла к концу. Подарки выбирать помогала, как всегда, Наташа. Хоть ее и не было сегодня видно, но она всегда была рядом. Рассказывала о часах, шестеренках. Наташ, огромное тебе спасибо. Спасибо и вам, мои дорогие зрители, за то, что досмотрели видео до конца. Если рассказ был полезен, то ставьте «нравится» и подписывайтесь на каналы Дзене, Телеграм, Ютуб. А все ссылки будут в описании к видео. И я вам хочу сказать до свидания. Встретимся с вами в будущем.